26 апреля. Видео осмотр квартиры. Так. Это у нас коридор. Это у нас провода. Так, ручка. Ручка испорчена. Так, здесь какая-то дыра. Так, счетчик. Двадцать 23:08 время. Семьсот 53 общие показатели. Шестьсот 37, наверное, день. Сто 15 ночь, Т2, Т3-2. Двадцать три часа 10 минут, интересно, дату не показывает. Да, дату не показал, ну, неважно. В принципе, мы такие же показания зафиксировали в договоре. Так, что у нас еще здесь? Так, здесь уже дырки насверлены на стенке. По-воружски. Так, осмотр. Это дверь. Здесь у нас чего? На потолке лампа, понятно. Так, здесь у нас чего? Кладовка. Кладовка пустая, лампа не включается. Дверь. Ручка. Так, что здесь у нас? Ну, пол с изъянами, с щелями. Так. Это у нас санузел. Проверяем. Так. Затирочка неравномерно затерта. Плафончика нет. Так. Дверь, смотри. Ага, завертка не работает. Завертка в туалете не работает. Надо ремонтировать. Так, унитаз. Вода, наверное, не включена, не знаю. Потом разберемся. Ага, здесь протечки. Возможно, придется разбираться. Так, показания счетчика. Горячий. Холодный. Что здесь? По потолку протечек вроде бы нету. Так, ну вроде так, вот это что такое. Не знаю, что это. И почему оно здесь снято, тоже не знаю. Возможно, это должно быть здесь. А может и нет, не знаю.
опустить воду. Так. Потом сюда еще вернусь, посмотрю, насколько работает унитаз. Дальше пошел смотреть. Так, ванна. Осматриваем дверь. Тут, конечно, состояние не ахти. Здесь вон плинтуса нет. Здесь есть, здесь нету. Так, дверь царапанная. Ага, дверь царапанная. Так. Ручка. А здесь запирает ручка. Дверь изнутри. Состояние нормальное. Так, что здесь по стенке? Тоже нормально. Потолок. Ого, а что за дыра? Потолок дыра. Здесь, понятно, лампочка. Так, ванна. Плафона нет. Стены все просверлены. Грязь какая-то. Здесь протекало, что ли? Грязюка. Ну ладно. Так, воду. Вода идет. Так, дырки насверлены. Так. Ванная не заделана. Неудивительно, что здесь столько подтеков. Это состояние под ванной, там проводник вид. Состояние под ванной. Так, розетка вывалившаяся. Надо ремонтировать. Здесь опять все просверлено. Так, потолок речный. Изъянов почти нет. Так, а что с душем? Душ? Душ порван. Так, да, оборвали. Ну да ладно, починим. Ну там тоже, кстати, дырки какие-то. Так. Идем дальше. Комната. Дверь осматриваем. Так, выключатель. Стоит косо. Потолок, лампочка. Потолки понятно. Так, стены. Розетка вывалившаяся опять. Розетки все вывалившиеся. Розетки надо будет ремонтировать все. Вот это все. Да. Так, занавески. Цыганский вариант. Ну ладно. Так, дверь осматриваем. Дверь выглядит с хорошим нормальным состоянием. Так. Следующая комната. Стены. В комнате диван. Хоть здесь розетки не выломаны. Так. Полы вроде бы нормально. Занавесочки, цыганский вариант. Так. Дверь.
Дверь осматриваем. Дверь нормально. Эта дверь тоже. Так, свет отключается. Ну, здесь, в принципе, чем. О, единственное, это с плафоном. Она не работает. А это что такое? Эти плюшки, по идее, тут должна быть противопожарная сигнализация. Видимо. О, вот дезинфект на двери. Да, вот дверь разодрана. Вот она вся разодрана. Собака, что ли, была? Или что-то тащили такое. Так, идем дальше по коридору. А, унитаз я хотел проверить, спускает, не спускает. Смотрим. Нормально, вода набирается, унитаз спускает. Все, порядок. Вроде без просечек. Пошли дальше. Так, вот эта комната. Ну, про варварские провода я вам как бы помалкиваю. Так. Здесь что-то болтается. Ладно, вроде держит. Дверь. Состояние. Приемлемое. Так, здесь вот все в каких-то штуках залеплена, стенка в каких-то фигнях. Ну, бог с ними. Вот там отдерем. Так, вот эта стенка. Моток проводов непонятный. Вот эта стенка вся в дырках. Можно сказать, даже живого места на ней нет. И вот дефект на двери. Дверь вся в дефектах, вся в чем-то вымазана, вылеплена и пробита. Ручка работает. Так, что тут еще? Розетки здесь живые. Еще посмотреть. Ну ладно. Еще, кстати, надо посмотреть, как окна открывать, открывается. Ну ладно, тоже. Думаю, тут. Так, здесь что у нас? Это мы на кухне. Так, состояние двери. Дефекты. Побитости, потертости. Так, в принципе, ничего криминального, сильно криминального нет. Пол заляпан, жирные пятна. Так, вентилятор гудит. Какие-то штуки тут. Веник, смеситель. Смеситель. А, я здесь не включал смеситель. Смеситель пытается. Что здесь у нас? Что-то такое. Ладно, разберемся. А, фанина открыта. О, фанину надо глушить. Да, запашок здесь из фанины прет. Угу. Так. Ну так, состояние потолка нормальное. Лампочка. Стена. Ну вот эти вот штуки здесь, конечно. Не пришли, не пристегни, конечно. Ну да ладно. Плита, не знаю, рабочая, не рабочая. Проверять буду. А, ничего, включено. Вроде здесь включается все. Ну, лампочка загорается, насколько опорки греют. Все равно на камеру не передать температуру. Поэтому не буду проверять. Так, здесь все. Ну, вроде бы все, смотрел. Вроде бы так поверхностно все зафиксировал. То, что бросилось в глаза.
Так, открою еще здесь эти. А, здесь еще, да, вот счетчик холодной воды, счетчик горячей воды. Открою, проверю, нет ли протечек. А вот еще здесь закрыто. Так. Все, открыл, пойду смотреть. Так, еще один мешок. Синенькая фигня. Вот они все эти штучки сняты. Интересно. Разберемся. Так, протечек вроде бы нету. Ой, мама. Смеситель держит, по крайней мере. Ну, это вот болтается вся на грани подыхания. Ну, так, в принципе, нормально. Ладно, закрываю. Сейчас закрою. Ну, все вроде бы. Все снято, все. Завидеофиксировано. На случай. На всякий случай, в общем. Все. Спасибо за внимание, до новых встреч.